ежегодно. Если мы с вами проведем аналитику за последние, наверное, 5 лет, то в городе Барнауле высаживается в 3 раза больше зеленых насаждений, чем сносится. Сносу у нас подлежат зеленые насаждения по 18 основаниям, и основная доля у нас приходит на аварийные деревья. Посадка проводится планомерно во всех частях города, на каждой из территорий. А особое внимание благоустройству у нас, наверное, уделено в первую очередь, и наибольший процент финансирования – это, конечно, по программе «Комфортная городская среда». На 2021 год у нас запланировано благоустройство Метелинской рощи и аллеи в поселке Южном. В рамках реализации данных проектов у нас предусмотрена посадка деревьев, более 300 зеленых насаждений будет высажено на данных аллеях. Вместе с тем у нас высадка происходит за счет средств бюджета города, и в 2021 году она составит более 500 деревьев и кустарников.